Здравствуйте. Понимаете, у нас у ребенка температура сильная. Ни поноса, ни рвоты, ни судорог не было. Вот когда начнутся, тогда и звоните. Уважаемые граждане, спецоперация ФСБ, гражданин Петров приглашается на выход. Это ничего, что мы похитили человеческие останки. И даже в чем-то глумимся над трупом, не привлекут. Сука! Нужно мириться с арабами и жить по-своему! Опять Игорь? Вы вообще настоящий этот Игорь? Или это твой воображаемый друг? Вы в прошлый раз маркиза де Сада брали, а сейчас книги по гинекологии берете. А вас не касается. Так жалко всех этих людей, что хочется заколотить их всех в читальном зале и сжечь библиотеку. Жена твоя сказала, что ты другую любишь. Если уж спишь с кем-то, так и скажи. А правда, что когда убийца умирает, вокруг его постели собираются привидения всех, кого он убил? Сказки это все. Где тело? Ай, блядь!